Итак, привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Отвечаю на один вопрос, который меня засыпают каждый день. Где находится ваш хвост, где находится ваш акбар? Объясняю, акбар находится на даче. Вот видите, вот этот вот прекрасный участочек, и он тут охраняет его, он тут бегает, он тут отдыхает, он тут разбирает дрова, в общем, наглеет потихонечку, потому что как бы с ним находится моя мама. Вот, она не может с ним быть вожаком, и он ведет себя не очень хорошо. Итак, ну, в целом хорошо, конечно, но вот по моему мнению он просто уже обнаглел здесь. Вот, хотя свои обязанности исполняет достаточно хорошо, то есть несет вахту по охране дома. Ну и вот тут его и откармливают с ним, тут и играются с ним. В общем, поэтому, собственно говоря, в последних выпусках передач акбар у нас отсутствует. Но смысл моей передачи заключается в том, что я вам пытаюсь донести, объяснить, как выстроить взаимоотношения именно с щенком, как научить его каким-то трюкам, каким-то командам. Акбар у нас уже опытный аксакал, он умеет делать все практически, поэтому ну, смысл его показывать, когда он и так все умеет. Поэтому я вам все это показываю сейчас на примере Герды, на примере Рика. То есть для того, чтобы вам было понятно, как именно и что делать, в какой последовательности. Ну, сегодня, чтобы, значит, помимо того, чтобы вы вновь увидели акбара, чтобы мое объяснение не было каким-то оправданием, мы с вами сегодня, я вам покажу еще один способ, как вымотать вашу собаку в пределах города, если вы живете. То есть, вот, я сейчас буду ходить до конца улицы и обратно. У меня в руках будет находиться вот такой предмет. Да, вот палочка, вот у нас апортировщик такой конкретный наш акбар, поэтому вот я буду двигаться в том направлении, собаку буду отправлять в том направлении, и поэтому смотрите, вот примерно так это будет выглядеть. То есть я иду сюда, собака убегает от меня и догоняет. Давай, молодец, хорошо. И обратно я. То есть, видите, я буквально прохожу там 10-30 метров. Собака за это время проходит достаточно большое расстояние. Давай, молодец, хорошо. То есть, по сути, это вы можете делать где-то в городе. То есть, я, например, это когда мы с акбаром в зимний, осенний, весенний период. Давай сюда. Выходим гулять во дворе. Я это делаю вдоль дома. Ну, здесь нужно учитывать только тот момент, что собака у вас должна быть послушной, хорошо знать команду ко мне, хорошо знать команду дай, чтобы не получилось все таким образом, как будто вы пошли гулять, да, и собака там увидела кого-то и в конце концов не вернулась к вам, убежала, и вы бегали. Поэтому нужно учитывать этот момент. Собака у нас свободно бегает. И так, чтобы не получилось, что вы кинули палку, да, а потом начинаете бегать за своей собакой. То есть, а для этого давайте вспомним с вами те моменты, акбар, иди ко мне. Молодец, хорошо, мой мальчик. Вон он уже запыхался, слышите? То есть я прошел буквально 30 метров, дай. 30 метров туда, 30 метров обратно. Да, собака уже как минимум сбегала раз 6-7, наверное, туда-сюда. То есть посчитайте вот это вот расстояние, которое оно пробежало. Давай. И судя по дыхалке, вот смотрите, что, устал, с тобой тут никто не так не бегает, да? Никто, сидишь на заднице и всех с ума сходишь, дай. Молодец, хорошо. Молодец, хорошо.
А для того, чтобы собака возвращалась к вам, да, мы одно из правил игры, помните, я говорил, что нужно вам играть с собакой? Играть нужно с собакой таким образом, чтобы она вас догоняла. То есть не то, чтобы вы за ней бегали постоянно, а чтобы собака вас догоняла, чтобы просыпался у нее инстинкт охотника. И когда вы правильно начинаете играть с собакой, то есть именно собака вас догоняет, не вы собаку, а собака вас, то она понимает то, что все-таки это кайфово, когда она бежит по направлению к вам, по направлению за вами, а не по направлению от вас. Если вы начнете догоняшки играть за собакой, то есть она будет понимать, что убегать от вас есть хорошо. Хотя это неправильно. Иди ко мне. Сидеть. Чего, запыхался? Запыхался, мой маленький. Иди сюда, чтобы тебя видели. Сидеть. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Мой хвост Акбар. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.